Holy Drink, ты Гламуру и Рианте написал в игре, чтобы они заходили, а они типа не в сети. Начнем с того, что Гламурчин видел это. Он на твинке сидит. Что здесь похуй, какой режим же вроде бы, да? Опа, не люблю щиты в сети. Где он там, блядь? Холик тут нужен. А что делать, призван? Видишь, хилов нема. Бидон заболел, так что тебе сегодня хилить. Сегодня, завтра и еще неделю, мне кажется. Обидно. Жарко. Неохота. Я не хочу хилить тоже. День не люблю щиты, нахуй. Не знаю, в сети его нету. Вылетел. Но он у меня в игре или в Дискорде был еще в сети? В игре был. Но в DS нету всего, почему-то. Ну, шраут ребутает, кто знает. Че, написал ему? Где крипто? Я там в таким ебашу потихоньку, что-то грустно. Тебя чё, А7-4 играет? Нет, это не АК-47. Баста. Какой баста? Какая баста? Это Старая хрень. паста. А чё Войт левитирует? Ну, он в ахуе. К сожалению, у нас есть сезонность определенная производства молока. Летом его сколько хочешь, а зимой есть проблема. Я понял. Это прикягает. Давай ответ снова. Бом.
убить засланца, да? Все, Ревизит заходит, если что. Снова вентилятор, отчет выебывался. Завтра ноутбук понесу на чистку. Заодно на диагностику. Ладно, давай, ладно, давай. Сразу две. Нихуя себе. Еще и боеха. Да, боехи, блять, по 200 рублей. А вот это, да, боешка стоит 200 рублей. Запах хантовский. 200 голды, да, стоит? Ага. Надо купить. Там хоста есть. Когда-то 2000 стоило, буквально неделю назад. Ой, да, спроси, может, так отдаст. Странно, что боешки с ЦЛК типа по 10 тысяч стоят, а это хуета 200. Я думаю, может, их посолить чуть-чуть, пусть полежат. А боешки с ЦЛК не так часто падают. Просто тут фармят активнее. Здесь не вообще сыпется, блядь, за один поход по 10 штук надо бывает. Я думаю, их надо не продавать пока, посолить чуть-чуть. Вот эти что, по 200, пусть ГБ там где-нибудь валяются. Да. А где, блядь, деньги брать на без охоту? Толку. Нет, в смысле, так а чё, ну ты ее продашь за 200 голды и чё? Я тебе ещё раз говорю, без толку, оно в цене не вырастет. Хуй знает.
Потому ты имеешь в виду, пофиксит и уменьшит дроп? Я думаю, да. Мне кажется, золотоземья танцевать на почтовом ящике будет дороже. Ебать, ничего, что у нас? Приятно, когда вентилятор запускается на ноуте как надо. Становится тихо, спокойно. И нет этого вечного передвижения. Блин, уже бесит. Ты сегодня, походу, деревом будешь. Я? Тогда скорее хэпалом. Нет, хвал есть, это дерево будешь. Нас, нас... Не, щиты у всех мордаун? Или щиты, кто ДЦ? Нет, я ДЦ. Щитуй всех ДД, пожалуйста. Щитую. Думаю, щиты так долго держатся, что ли? Подожди, щиты даже самое близкое говно. Нахуй это мне с говном обмазываешь? Ну, как понять, что... Что-что-что? Заханыч в Дискорде. Надо Ваня, чтобы там сейчас нажимал кнопку. Зашел и запахло сразу. Но не весной.
Вообще не весной. Хотя весной говно из-под снега вылазит, в принципе, схоже. Забавная аналогия. Из жизни. Кардаун, ты убил меня? Говном весенним не намазали, вот и умер. Вот видишь, да. Ты сам. Видишь, обмазал сейчас, не убил никого вообще. Вот, сука, я после РТ снесу нахуй эту залупу, блядь. Сейчас, Саня, добьём о нём. Блять, с каждой птицы по воронке должно нахуй. Блин, она такая конченая. Согласен. Поэтому с них не падает воронок. Да, он сзади там уже бежит. Вы рыбку, блять, вы еще на 30 раз сдохнете. Да, сегодня я играл. Пом. Ясно, выходим, нахуй рейда не будет. Да, только покикаю нахер. Саня, а. Вопрос по механике дота, ты хочешь? Что по механике? А такой ты фрик. А, ну, это какой, про голову Огрмага или? Не, если мус, про крест. А, про крест, я слышу. Ну-ка, расскажи-ка мне, тоже хочу услышать. Ну, короче, там стример один, он мусульманин, вот, и у него, типа, короче... Спрашивают, если типа мусульманин кинет крест, это считается за харам? И что сказал он? Не, ну если крест халяль, то нормально. А что он сказал там? Да я не помню, по-моему, просто проорался. А там еще был смешной этот. Бля, это про голову Гармага, это топ вообще, пиздец. Почему не так? Это пускай Бальсиль расскажет. Мне уже интересно стало, давай. А я точно не помню, как там вопрос был. А там скорее, там не по механике, там просто... Ты Мордаун знаешь, какой Гармаг выглядит? Ну, я играл, сколько, часов, 1000. Я запомнил, две головы. Ну да, и что? Хуй бы между голов засунул. Ну, чисто физически она поместилась бы. Но чисто механически... Ой... Спорный вопрос, конечно. Все в пизду, блядь, за хамить все точно плохо влияет.
Я-то тут при чем? Серега, а помнишь, как ты ТП на антимаге отменил? Опа, вороночка. Серега во Вьетнаме сейчас. Да, чилит. Муравьями. В разборе муравьи. Даже две, нихуя себе. Это нам за тех пчел, как-то птиц. Пчел. Чел. Просто РТ, восприятие, блядь, мира под мукой. Под мукой? Под мукой. Пчел, блядь. Сырниками? Ну да ладно, как бы, я не знаю. Пчелы, блядь. Пчел, ты! Хорошо, были бы мы в антираже, я бы сказал про пчел бы тогда, да. Хорошо. Но что это? Это же не птица, это даже не пчел, это... Это дракон. Это сова. Я понял. Кстати, я снимал видос у Виги. Я хочу, что такой чел с мафии снимает. Виги Варвар. Там сова. У нее скилл взмах называется. Так, знаете, прикольно лапками машет. Пизду. Нормальный взмах. Вот это махнул, блядь. Ну ясно, все там, блядь, ДЦ не считают, нахуй, поэтому и сдохли, блядь. У меня как ДД на всех счетах было. Похую. Вон, ты говоришь, почему они так дешево стоят? Уже трое наручей этих. Да я вижу, нахуй, там какой-то пиздец. Сзади птенцов привели. Ёбаный в рот. Кто их привел? Бегут на гламурщины. Беги нахуй, дядя, беги. А он от нас хуярит просто, блядь. Теперь на призона летят. Где там танк есть? Юля, ловись, наверное, я хуй его знаю. Они стояли, а хуй знает где. Это я. Это все Starfall. Да. Я пробегаю, попал не по спринту, а по Starfall. Споткнулся? Не задел. Не-не, он просто спринт зажал и свернулся. Ну просто... Просто не надо его нажимать. Не, нажал Starfall сразу по рукам, на нахуй. Запрожать Starfall 1000 ГП, нахуй. Слава, наручи подвески в натуре? На руки. Честно, извиняюсь. Я сейчас убрал кнопку спринта в ебене. Не прыгаю, да, одни? Я их запиздячу. Что, еще раз извиняюсь, я всех. Ну да. Нет, ко мне не делал. Ну у меня в этом, в пухе. Они стоят. А что за наручка? Это можно пинкануть? Ну вот шкаф, если что, засвободите. А ты на пресне, давай. Угу. Да я думаю, здесь кто-то есть стамина камня? Есть у кого это стамина камня? Стамина это самое, престол, как называется? 45, да, у нас. Только он Юли есть, пишет. Там еще нахуй, да, в пизду потом, там еще дырку нахуй в них делать вторую.
Дэм, хорошо покажет. И переоденься, блядь. ПВП бегаешь. С этого, у кого компьютер нормальный, за Феррелла играй. За Вара. За Феррелла поиграй. Тогда либо Вар, либо Сова. Вот Сова одна кнопка нахуй, вот реально. Старфол. Старфол. Сова. Слабо играет. Старфол не убивает. Смотри, ты просто заходишь, кидаешь человека в корни, потом прожимаешь дубовку и старфолом хуяешь. Подожди, ты поаренить хочешь или побегаешь? Да похуй, я медика он играю, блять, там пор в пачку. Дин, толкорот по фарме баджи. Вот Зуханыч прям для него идеальный ДК сделан. Реально. Это что будет? Тебя после вчерашнего, да, так что ли? Так реально, что-то мор в пачку кинул. Четвертый, блять, я ебу. Поезд дорогой, да?